Всем огромный привет! Сегодня я хочу вам показать свой заказ компании Avon, который я сделала по первому каталогу. Заказ был не очень большой, но все-таки подарки, по-моему, превышали весь заказ в несколько раз. Первое, что я заказала, это было для меня. И не смогла я пройти мимо предложения с масками. Можно было купить по очень привлекательной цене, 79 рублей, вот такую вот тканевую маску. А мне захотелось именно с ароматом дерева ут и янтаря. Обожаю именно из этой серии маску-пленку, но остальные маски не стала брать. Решила все-таки взять остальные две. Это вот такие мои любимки, увлажняющая маска, алоэ и хлопок. А для меня это действительно тот лучший продукт, который хорошо увлажняет лицо, лицо воспринимает данную серию очень и очень комфортно. И после этого, конечно, когда нанесешь эту маску, то кожа становится очень гладкая и бархатистая. Заказала, вот с удовольствием буду пользоваться. И еще один продукт был для меня, вернее, не для меня, а для члена моей семьи, для мужа. Это вот такой вот Full Speed Turbo. Мне такой уже, по-моему, доставался в подарок, и я его подарила племяннику. Но в этот раз я решила заказать именно мужу. И так как эта водичка бесподобно пахнет и находится просто в фаворитах всей моей семьи, мы тестировали ее, и племянник тоже уже ее заканчивает, поэтому решила повторить, купить, и думаю, что мы будем пользоваться, муж будет пользоваться с удовольствием. Хочется открыть, посмотреть, потому что вот так вот в руках я ее не держала. Хочется это сделать. Дизайн у этой водички стандартный, единственное, вместо оранжевого стекла здесь такое прям винно-малиновое, бордовое какое-то стекло, очень такое приятное на ощупь, а сама упаковка как-то так лежит в руке. В общем, рада. И, кстати, вот именно эта водичка, она, ее можно было приобрести на сайте, где там раздел онлайн распродажа, и она стоила, ну, очень и очень дешево, обошлась мне всего в 384 рубля, ну, на сайте она 499, и, соответственно, скидка была полная, ту, которую я заработала. Ну, вот это были лишь те продукты, которые я заказала именно для себя, а теперь давайте посмотрим еще один продукт или одну вещь. Ее заказала у меня моя постоянная клиентка. Вещь называется женский жакет. И она заказала в размере 52-54, артикул 30-241. Вот так вот он выглядит. А я, кстати, себе такой жакет покупала. Я брала себе 44-46. И, вы знаете, наверное, года два прям в нем ходила так активно. И а потом впоследствии на рукавах как-то он немного подоблез, и я его увезла на дачу. И, в общем, он у меня такой, как дачный пиджачок. Но, кстати, жакет мне этот безумно-безумно нравился. В нем очень комфортно, и несколько раз у меня спрашивали люди, что на мне за вещь, где я ее покупала. Я объясняла, что я покупала в Avon. Ну, вот такая этикетка, все это упаковано. Клиентка мне это, кстати, разрешила это все открыть. Ну, может быть, кто-то не видел, кому будет интересно. Ведь действительно каталог еще действует, и возможность заказать. Кстати, на протяжении целого года клиентка хотела именно заказать себе этот жакет, но именно этих размеров их не было. Ну, вот так вот он сложен. Сейчас будем вместе с вами его раскрывать. Так, это у нас получается внутренний такой вот материал. Он очень комфортный, эко-кожа, она тянется хорошо. И в целом сейчас бы сюда клиентку, чтобы она это все примерила. На внизу вот здесь на пояске такая вот как бы вставочка.
Ну, очень красиво смотрится жакет, безумно классно. Те, у кого этот жакет был, я видела, девчонки показывали его в каких-то классных таких фаворитах. И поэтому я думаю, что такая цена, за которую он сейчас предлагался, за 1500 рублей, это действительно очень классная цена, такая прям недорогая и приемлемая. И что самое интересное, размер именно этого жакета 52-54, он немножко маломерит и идеально подходит на размер 48-50. То есть клиентка у меня не такая огромная, и она говорит, что вот именно вот этот размер она уже мерила, и он ей прям подошел идеально. И вот я говорю, что на протяжении долгого времени она просила, чтобы я заказала именно этот размер. Дальше переходим, у меня были подарки за 99 рублей, нужно было выполнить условия, либо там заказать на 1800 в двух компаниях, либо еще на сколько-то, но я заказала на 6400 и выбрала для себя подарки. Что самое интересное, практически у всех девчонок я видела, что они заказали себе в виде подарков туалетную водичку мужскую, лак и еще что-то, ну, не помню уже что. Я себе заказала набор вот таких вот продуктов от NU Clinical. В этот набор входила сыворотка-корректор, а также крем вокруг глаз, по-моему, и заполнитель морщин в виде шприца. И что меня, кстати, удивило, что вот этот заполнитель, он пришел не зафольгированный. Я вообще в планах этот набор хотела подарить, и сейчас я просто не знаю, дарить, не дарить, или дарить без этого средства, так как он не зафольгирован. Если кто знает, должен ли он идти зафольгированный, напишите, пожалуйста. А вообще, два продукта пришли польского производства, а это уже наше российское производство. А я не нашла, кстати, ничего на русском языке, но вообще эту серию очень и очень люблю сама, и нередко вообще я пользовалась вот этой сывороткой, очень, я бы сказала, даже часто, одно время, как-то один год, я прям подсела на эту сыворотку, еще я даже, ну, у меня был такой перерыв, я не заказывала продукты Avon, и у меня занималась сестра, и я вот у нее прям заказывала каждые, наверное, 3 месяца вот эту сыворотку, только ее, только ее, ну, потом, конечно, сейчас приобретаю сама себе. А вот, конечно, очень я рада, ну, до безумия, такие продукты за 99 рублей, то есть это даже каждый продукт мне вышел по 33 рубля. Ну, таких цен мы, наверное, не найдем, но нужно, конечно, выполнять условия, и тогда можно все это получить, заработать. Ну, вот эта сыворотка, раз она не зафольгирована, я хочу ее открыть и посмотреть, как она вообще выглядит. Кстати, очень часто слышала про этот заполнитель хорошие отзывы. Очень такая стильная серебряная упаковка. Но я открывать не буду, здесь 4 мл, так как все-таки, скорее всего, я это подарю у моей тети день рождения. Ей исполняется 55 лет, и я хочу ей как бы в домес, как бы в общий подарок еще вот этот наборчик добавить. Я думаю, она будет безумно рада именно такому наборчику. Осталось лишь только упаковать все это дело, и спокойно можно дарить. Дальше, что у меня еще было? В принципе, компания в этот раз, у меня все средства горели зеленым цветом, и не было такого, как у девчонок, там желтым, или вообще кому-то в фактуру не попали данные продукты, очень обидно. Вот я смотрела девчонок, блогеров, и мне просто даже за них обидно, что они делали заказы, и им то в следующий раз компания пришлет, то вообще девчонкам ничего ни в фактуре не прописано, и ничего не пришло. Положили мне еще вот этот каталог, не смотрела, не знаю, что тут, понюхаю, конечно, водички. Также был вложен аутлет, ну, я так думаю, что здесь ничего толком хорошего, как всегда, нету. Ну, и заказ у меня был маленький, вообще на 2021 рубль, тоже
вот эти сыворотки, они, наверное, стоят дороже ровно в половину, ну, на 100%, наверное, дороже, чем весь мой заказ. В общем, спасибо всем за внимание, всех уже с Рождеством наступившим, с будущим старым Новым годом. Всем вам счастья, добра и до новых встреч. Пока-пока.